Так, здравствуйте, друзья, подписчики моего канала. Итак, гости, вы находитесь на канале, где я худею с большого веса, 170 килограмм. И вот сегодня у меня такой чудесный, вкусный, самый любимый завтрак. Это два хлеба. Хлеб не собственного изготовления, а купленный в магазине. Магазинской выпечки. Солодовой называется. Без дрожжей. Бездрожжевой. Ржаной. Вот. И намазан он сливочным сыром. С зеленью. И авокадо. Сейчас еще кофе у меня греется. Буду пить кофе с молоком. 2,5%. Это очень вкусный, сытный завтрак. Больше ничего не надо. Вот два кусочка. Да, бутерброда таких. Тем более, что я добавила, что я так кладу, а это добавила сливочный сыр. Это очень сытно. И очень вкусно. Пробуйте, присоединяйтесь. Вы оцените авокадо. Будете любить, как я его люблю. Присоединяйтесь. Сейчас кофе стоит, сейчас закипит. Налью кофейку. И будем балдеть. Обедаю я вот так вот. Это фасоль белая. Консервированная и курица, грудка куриная. Чуть-чуть потушила грудочку на сковородке с лучком и добавила консервированную фасоль белую. Ну, немножко томатику положила, чтобы такой цвет был. Ну, и сельдерейку один. Одна кусочек, полосочка это. Вот так я сегодня у меня обед. Кто кушает, присоединяйтесь. Вес не скажу, но я не взвешивала. Ну, не очень много, потому что баночка небольшая была. И я же не все положила. И кусочек небольшой был. Наверное, 150 грамм, наверное, от силы. Так что, напополам тем более. Еще осталось, на ужин пойдет. Здесь не очень много. Ну, вот я обедаю вот так. Присоединяйтесь ко мне. Так, дорогие друзья, девчонки, вот решила перекусить. Спекла овсяное печенье на перекус. Сейчас чай греется. И вот буду сегодня перекусывать овсяным печеньем. Что-то, знаете, захотелось так, по идее. Думала, что бы такое напечь. И решила овсяное печенье с изюмом. С корицей, с изюмом. И на кефире больше ничего такого нет. Так что, кто за перекусывает, кушает, присоединяйтесь. Вот обедик у меня сегодня вот такой. Кашки чуть-чуть. Урезала кашку, порцию. И котлета рыбная. Свинтая. И побольше салата, как говорят. Салата половину тарелки, а другую половину разделить на кашу и мясо. Ну вот я по чуть-чуть. Так что по чуть-чуть уменьшила немножко свою дозу. Хочу уменьшить. Кто кушает, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал. Буду рада всем ответить. Буду рада всех видеть.